Так они начинают тренировки и выступления. Так они приветствовали нашу съемочную группу. Сотни детей от 3 до 14 лет обучаются по уникальной авторской методике от действующих чемпионов России и мира. Такое стало возможно благодаря энтузиазму Елены Петрыкиной и ее коллеги-ученицы. Была поражена достижениями девочек основного офиса в Ростове, и мне захотелось перенести этот уровень, этот профессионализм в город Орел. Школу мы открыли в двух филиалах. У нас был один филиал в Советском районе и второй филиал был в Заводском районе. Это представлялось такими старенькими убитыми классами. Пережили мы, к сожалению, отработали только 7 месяцев и наступила пандемия. 5 лет здесь преподают акробатику, классический и эстрадный танец, изучают современную хореографию. Занятия 2 часа 3 раза в неделю. Детей учим с удовольствием, говорят педагоги. То, что нравится мне, это видеть результат, отдачу, что моя работа не напрасна, что моя работа в них продолжается, и поэтому я на них смотрю и получаю мотивацию. Здесь десятки наград, кубки, привезенные в Орел, как с межрегиональных, так и международных турниров. Среди них красуются и те, что воспитанники завоевали в таких престижных конкурсах, как Анна Павлова и Щелкунчик. Участвует театр школы и в хореографических конкурсах, и в спортивных соревнованиях. Для достижения результатов нужна дисциплина. К ней педагоги приучили не только детей, но и родителей. Дмитрий Михалев к строгости дресс-кода привык. Здесь он научился виртуозно завязывать пучок из-за непослушных волос дочери. В этом он не уступает многим мамам, смеются родители. У Дмитрия было время научиться. Свою дочь Ксению он отдал на занятия очень рано. Был пробный урок. Нам сказали, ей еще 2 лет не было. Нам сказали, говорит, ну приводите, мы посмотрим, что, как говорится, выйдет. Вот. Ну и дочке вроде бы сначала понравилось, а потом втянулась, стала заниматься. Сейчас это ее основное занятие. Ксения уже не раз выступала на сцене. Она, как и весь коллектив, каждым соревнованием готовится серьезно. Когда дело нравится, тренировки в радость. Мне нравится танцевать, потому что там можно показывать эмоции. Несколько лет назад мало кто думал, что театр школы танцев добьется такого успеха. Сейчас Галатея участвует в грантовых конкурсах, покоряет международные сцены. И в планах у нее новые победы. С юбилеем коллектив поздравляют Стефания Басарева, Андрей Борискин и телеканал «Первый областной».